Всем привет, с вами канал Алиса Ченнел. И в этом видео я покажу мой домик My Little Pony. Да, я знаю, я уже снимала это видео, но я решила сделать еще, потому что я переделала его, да. А это видео я сейчас после этого удалю. Ну что ж, давайте же начнем с жильцов. Тут живет всего два жильца. Это пони Beaten Bell, да. Она у меня новая. Я снимала для нее обзор. И Деврок Дазл. Ну, они сестры. Я не знаю, пусть это Beaten Деврок, что ли. Я не знаю ее имя, у нее, наверное, Beaten Bell имя. Наверное, она будет Beaten Bell Деврок, либо она, я не знаю. Ну, раз они сестры, они должны быть однофамильцами. Но я не знаю. У нее вместе с на упаковке у нее просто было написано сразу Beaten Bell без пробела. Да. Вот. Покажу эти марки. Вот эти две жительницы. Ну а сейчас мы их уберем. И, конечно же, начнем их домик, да. Как мы входим в домик, мы видим площадку. Здесь есть такая вот горка, качели. И типа вот такой вот каталки. Это на самом деле, как там называлось? Я забыла, ну ладно. Итак, здесь их дверь. Давайте же войдем в дверь эту. Сейчас открою вам. И мы входим. Мы вошли, мы видим прихожую. Рядом с дверью стоит вот такая вот мусорка. И там уже есть мусор. С левой. Слева у нас находится шкаф. На шкафу это две пары обуви. Две. Ну, это такие вот розовенькие туфельки. И еще одна розовенькая туфелька. Ну, точнее, по две туфельки. И вот такой вот бирюзовый шкаф. Вот ключик. Да. Он открывается, кстати, вот так. Та-дам! Да. И давайте же достанем что-то. Ну, конечно же, есть вот такая вот розовенькая юбочка. И платье от Принцессы Гарденс. Но это в этом доме содержится, да. И это платье одной сестры, а это юбочка одной сестры. И вот как выглядит внутри. А с правой стороны у нас вот такое вот зеркальце. Давайте все уберем. Ну, оно розового цвета. И здесь вот реальное зеркальце. Вот, как уже видите, моя вспышка. И вот как сзади. Давайте же, это также тоже открывается таким вот розовеньким ключиком. Да. И вот в этом ящике были бананы и мячик. Также на вот этом мини-столике была такая вот ожерелица. И вот такое вот колечко. Также наверху висит вот такая вот лампа. Идем в зал, это самое ближнее, что есть к прихожке. Ну, конечно же, в зале есть телевизор. Вот этот телевизор. И вот такой вот столик. Еще здесь есть вот такой вот столик фиолетовый. И на этом столике такая вот желтенькая книга. Но эта книга необычная. Вот. Там также два кристаллика. Оранжевый
И розовый. Да. А также диванчик. Конечно, он немного потрепанный, но он все равно еще нормальный. Также есть комната старшей дочки. Да. Ну, здесь есть вот такая вот кроватка. Ну, здесь есть вот как выглядит. А вот здесь вот, вот такая вот одеяльце, которое так складывается у меня. Да. И, конечно же, подушечка. Да. Также тут есть стена, только эта стена, вот, это досочка типа, да. И также есть еще вот такой вот столик, вот. Этот столик в виде динамита она купила, а на столике вот такая вот синенькая расчесочка, вот такая вот корона. И вот тоже типа кристаллика. Это одевается на ожерелье. Также там есть такая вот оранжевая сумочка. Она открывается. И внутри этой сумочки есть вот такой вот кошелек, в котором деньги. Правда, эти деньги белые, просто я ничего лучше придумать не могла. На самом деле из бумаги типа сделать. Но это мне лень, как всегда, да. Ой, подушечка упала. То есть это был почти весь первый этаж. Как же мы могли забыть про кухню? А на кухне у нас есть, конечно же, столик. Голубенький такой. И на этом столике такой вот красный коктейльчик. Да. А здесь такая вот кухонная стенка, на которой очень много еды. Да. Почему я так делаю, ребята? Потому что сзади есть вот такие вот настоящие печеньки. Да. Тут есть также еще одна ягодка. Оранжевая печенька. Желтая. И три вот таких бирюзовых. Они настоящие. Внутри шоколад настоящий. Ягодка тоже настоящая, да. А все эти сласти вот на такой вот тарелочке, да. Только это хранится сзади. Ну а спереди есть вот такое вот голубенькое мороженое, виноградное варенье, клубничное варенье, оранжевый пирог, яблоко, такой вот кусочек тортика, два вот таких кексика и все. Также здесь есть плита, раковина, тостер, микроволновка и ящички, и, конечно же, духовка. Хорошо, это был весь первый этаж, а сейчас мы перейдем на второй этаж с помощью этой горочки. Да, и навстречу нам туалет. Ну, конечно же, здесь есть туалет, да, вот такой вот он, ну, поднимается рога, и также поднимается еще вот такой вот, не знаю, как он называется, а также рядом с туалетом есть туалетная бумага, да. Проходим сюда, ну, здесь у нас просто типа мини-коридор, а здесь у нас ванная, ну, конечно же. Здесь есть такой вот полотенчик, ну не полотенчик, а как бы сказать, ковер, да. А здесь еще есть вот такая вот раковина, да, с зеркалом также. Здесь есть раковина, и я походу это уже говорила, но все равно. Здесь два таких местечка, но пока что здесь ничего нет. Здесь есть полочка. А внутри полочки, в которой есть трубы и фен. А вот так выглядит этот фен. Ну, также впереди этой раковины стоит вот такая вот ванная. Вот.
Ну, это был весь второй этаж, и сейчас будет третий. А на третьем этаже комната младшей сестренки. Это Бетон Белл. Ну, здесь, конечно же, есть вот такой вот столик, на котором такая вот манекен. Такая вот типа корона. На самом деле это ожерелье, но это я использую как корону. Такая вот игрушечка пони. Рарити. Ну и сам вот такой вот столик. Здесь есть еще один столик. Ну вот как он сам выглядит. Ну здесь есть корона такая. Расчесочка. Вот такое вот зеркальце. И телефон. Также есть вот такой вот коврик. Вот так это все выглядит без коврика. Да. А здесь ее кроватка. Ну, я это, на самом деле, это стул, но я это использую как столик. И на этом столике стоит вот такой вот радио. Но я использую это как будильник. Здесь также есть ее кроватка. У нее, у этой кроватки, вот такая вот атмосфера, когда она без одеяла и подушечки. Вот такое вот одеяло. Серенькое. И вот такая вот подушечка красненькая. Также здесь есть еще один коверчик, но он твердый, потому что я эту фигню скрываю, да. Ну, вообще-то, если честно, это был весь мой домик My Little Pony. Ну, а если вам понравилось это видео, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях. А с вами был канал Алиса Channel. Всем пока-пока!